Всем привет, вы на канале Gamer Wolf, и сегодня я поиграю в игру под названием Ксенофоб. Наверное, я правильно произнес название игры. Никогда не играл в эту игру, ну давайте посмотрим, что за она. Ну давай, окей. В чем прикол-то игры? Ну, задумка неплохая, и реализация на консоль тоже видны. Очень-очень неплохая. К игре нужно привыкнуть, естественно. Но по графике очень даже неплохо. Ну, вставай. Так, меня откинули обратно, да? Ну это типа шутер такой, я не знаю даже. Очень даже, я бы сказал, по графике мне он очень даже нравится. Просто может немножко реализация не совсем удачная, но поиграть в эту игру однозначно можно. Ну, вставай. Вот эта пушка, что ли, не убивается, что ли? Нет, убивается. Точнее, разрушается. Тут просто нужно понять смысл игры, как играть с ней. Естественно, я первый раз играю, я сразу не пойму, что к чему, как тут кого убивать и тому прочее. Но, видно, игра неплохая, мне кажется. На одну кнопку прыгаем, на вторую стреляем. Присесть нажимаем. Кнопку прыжка и вниз. Как-то не совсем они удачно придумали, конечно, с этим. Ну ладно. О, это защитный такой. Типа лазер какой-то. Давайте обратно вернусь. В общем, говорят... Я немножко поиграл, вы сами думаете, играть в эту игру или нет. Всем пока.